Полиция в Москве изучает видео с камер наблюдения, чтобы восстановить картину ночного ДТП на Крымском мосту с участием Феррари. Судя по всему, виновником признают именно водителя спорткара. Он, что называется, играл в шашечки, резко перестраивался из ряда в ряд на скорости под 200. Во время одного из таких маневров не справился с управлением. Машину бросила на отбойник, затем на встречку. Там Феррари протаранила пару автомобилей. Два человека из них госпитализированы. В больнице же нашли и лихача. Несмотря на то, что его авто несколько раз перевернулось и сгорело, сам он сумел скрыться с места происшествия. Правоохранительных органов сообщили, что молодому человеку всего 17 лет. Водительских прав у него, разумеется, нет. По данным информагентств, он студент МГИМО. Выяснилось также, что Феррари принадлежал одному из столичных салонов, который специализируется на продаже эксклюзивных машин.